Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем заниматься ремонтом щетки от пылесоса Samsung. Принес мне сосед, у него вот что случилось. Тут штырек был пластик, он у него сломался и колесики вывалились. А также штырек держит вот само вот это вот, ну, основание щетки, которое надевается на трубку пылесоса. Вот. Сегодня я попробую отремонтировать. И думаю, получится все хорошо. Я сделаю. Так, возьму такой болтик от анкера. Вот. Вот получается заметка от анкера. Я вытащил вот этот вот болтик из втулки. Вот. Так вот. Вставляем колесики. Так вот. Вставляем болтик, затягиваем гаечку и лишнее обрезание. Для этого нам понадобится, собственно, сам болтик, гаечка, которая будет фиксировать. Ключик на 10. Вот. Чтобы обрезать, возьмем грайвер. Вот. Ну и защитные пачки. Наушники. Вот. Сначала вот так вот вставляем. Ну, чтобы отверстия совпали. Так, теперь вставляем наш болтец. Так, вставляем болтец. Так, все вставили. И теперь фиксируем гаечкой. Затягиваем ключиком. Затянули надежно. Вот. Немного воды отходим, чтобы колесики скользили по поверхности. Вот. Теперь лишнее немного обрежем при помощи драйвера. Оденем очки, наушники. Вот. И при помощи драйвера и диска по металлу обрежем.
этот кусок теперь немного пошлифуем. Вот получилось как-то так. Вот, гаечка держит все, все отлично. Вот так вот отремонтировали щеточку. Пожалуйста, возьмите на вооружение. До свидания, всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо и всем пока.